Туристический сервер «Закарпатья» и туристический клуб «Альфокс» представляют. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как правильно завязать, а может быть неправильно, но как завязываю я, завязать узел верхнего клапана рюкзака. В многочисленных походах я видел, как завязывают его туристы и завязывают или неправильно, или неумело. Поэтому я решил сделать этот маленький сюжет. Завязывать узел очень легко и просто. Он функциональный, несложный. И выполняется его завязывание так. Оба конца веревочных с клапана рюкзака мы обводим вокруг пальцев левой руки. Перебрасываем под низ пальцев отводящий конец, держим его в правой руке. После этого пальцами левой руки выводим через петлю и помогаем сформировать узел пальцами правой руки. Вот таким образом узел завязанный. И если нужно его развязать, в чем его преимущество, он очень легко развязывается выдергиванием правой руки. Вот так завязывается этот узел. А сейчас более детально я еще раз покажу его на зуммировании. Итак, еще раз крупным планом завязывание узла. Затягиваем оба несущих конца. После этого как бы накладываем поверх двух или трех пальцев. Обводим вокруг пальцев левой руки. Под ними. Таким образом у нас сформирована петля. После этого пальцами же левой руки зажимаем и вытягиваем через петлю. У нас образовывается узел, который мы помогаем сформировать. Итак, у нас затянуто. Нам только остается, если мы захотим развязать, дернуть за петлю. Еще раз в более быстром темпе. Обвели, после этого затянули, провели под пальцами руки и вытащили через петлю. Узел завязан. Выдергиваем, узел развязан.